13 января, прекрасная погода. На прогулочке подышим носик нам Моби Дику покорябали паршивцы. В городе никто не чистил снег. Говорят, в Ростове областном центре та же самая картина. Мол, растает сам. Слышны крики футболистов. Вот там они слышны. Надо погонять. Силушку богатырскую выпустить. Ага, вон собачка. Что-то она откуда-то притянула. Ну что, я вчера отвечал на вопросы, даже сегодня еще остатки загружались в интернет. Кое-на-что я ответил и не успел обработать видео, поэтому еще сегодня будем выкладывать. И как раз кто-то шапочку забыл. Я сумочку забыл. Собачка играется. Бродяга. Бродяга. Понесем, выбросим в урну. Так, что хотел я сказать? Был вопрос про домашних животных. Как-то там уже лента ушла вперед, и я его просто-напросто не видел. Что о них сказать там? Что, мол, стоит домашних животных держать или не стоит их держать? Конечно, каждый решает сам. Ну, по степени там, допустим, я так думаю, рассматривается по степени вредности. Привет, ребята! На базу? Да. Давайте, привет всем. Держать домашних животных или не держать, это, конечно, каждый решает сам. Насколько это правомерно. И, как вы видите, у меня дома кот Мусик. Очень такой зверушка. Такая милая, ласковая. Особенно они там подружились с женой, с дочерью. Ну и со мной. Как-то он, знаете, вот были до этого коты неуменяемые. Особенно вот эти там персы, еще какие-то искусственные. А это они подобрали котеночка на улице, принесли. Вот вырос котик. И замечательно. Ну, иногда метить территорию, когда идут у него гульки. Ну, мы ему пару раз скажем. Он как-то это дело прекращает. То есть такой ласковый, ложится он. На животик, на грудку, под мышку. Мурчит. Хороший котик. Ну, вот держим дома. Собака. Собака во дворе, Федя. Ну, то во дворе покормили там, поигрались. И хорош. То есть собака должна, если имеется двор, жить во дворе. Песня про собаку. Есть у меня домик и двор, надо его охранять, чтобы никто не залез. Пес должен всех отгонять. Что бы я делал без пса, чтобы
меня охранял. Грозно рычит на врагов. Так я собаку завел, громом назвал и пустил. Страшно теперь заходить, может собака кусит. Что бы я делал без пса, кто бы меня охранял? Грозно рычит на врагов. Как хорошо мне теперь, ходим мы с громом гулять. Любит он сытно поесть и рыжих котов погонять. Что бы я делал без пса, кто бы меня охранял? Грозно рычит на врагов. Хотя я знаю людей своих знакомых, которые держат собаку, ну вот, всю сознательную жизнь. Естественно, ухаживают за ней. И я думаю, что ничего в этом особого нету. Если действительно следить за собакой, давать или там за кошкой, давать и разные эти все противопаразитарные вещи. Держать ее в чистоте, и все будет нормально. Юр, доброго здоровья. Я тут снимаю. Да. Снимаю, да? Ага. Тогда мы да. встретимся. Давай. Да, репортаж. Вот. Юра, у тебя есть же собака там дома, кошка? Да, и кошка, и собака. И нормально, да? И ничего. Да вот некоторые спрашивают, говорят, как там вот если... собака в доме, кошка в доме, не... Ну там... Кот, два. Кот и копейка. Насчет и паразитов ничего? Дружат они. Дружат, да? И особо. Все, спасибо. То есть вот многие держат и нормально. Но, однако, я вспоминаю свое детство. Ну, сколько мне было там? Ну, 7, 8, 9 лет. Вот котеночки, мотеночки, я с ними спал, помню. Все это там было близкое общение. Ну и что? Ну это, возможно, не от них были глисты, острицы. Вот. Что было, то было. Ну это, возможно, у всех детей не бывает, независимо от того, есть домашние животные или нету. Либо же. Почему как-то дети страдают глистами? У них еще не такое совершенное пищеварение. Довольно-таки какой-то короткий пищеварительный тракт. Вот, ну то есть не вошло в силу. Ну, естественно, особо за гигиеной не следят. Руки не моют, тянут в рот, с носа в рот и так далее. Вот поэтому... Дети как-то чаще болеют вот этими паразитарными заболеваниями. А потом туда дальше человек взрослеет, пищеварение укрепляется, нормы гигиены соблюдаются. И как-то эта ерунда уходит само собой. Вот, жизнь с животными, конечно, она как-то тебя роднит с природой. Вот, раскрываются твои душевные качества в общении с животными. Как-никак за ними надо ухаживать. И вот какую-то особую нотку они привносят в вашу жизнь. Вот, особенно там собаки. Они уж преданы человеку. Поэтому... Если, смотрите, подведем итог. Если нету аллергиков в доме, маленьких людей, детей, которые не соображают, от вот все там тянут там в рот. И тем более, что дети еще болеют. А если они есть и не болеют, вот, то общение с животными,
вполне нормально. Содержите их, ну, в разумных масштабах, пределах, количествах. Ну, вот, что касается животных, куда же без них? Они тут вот окружают. Вот сейчас воробьи полетели. Вот, конечно, в зависимости от того, какие животные. У нас были попугайчики. А вышло так, что волнистый попугайчик летом залетел к нам в сад. И я его поймал. Вроде как, уже не помню. Но залетел в сад, у кого-то вылетел, и я его поймал. Назвали попугайчика Цили. Очень милый был, так с женой. Опять-таки они подружились. Он тут вообще открывал клетку, сам там гулял. Вот, такой ручной был. Садился там на плечо, терепил сережки у жены. Ну, очень-очень мило все это было. Вот. Ну, какие-то там перья были от него. Ну, потом в один день он вылез, а был кот. И как-то мы это все не уследили. Кот, короче, его поймал. И мы взяли двух попугайчиков. А вот два попугайчика, они, знаете, начали заниматься друг другом. То есть этот как-то был один, и вот он, общение было с нами, с людьми. Тут их пара, и им общение с нами не надо. И от них столько перьев было, что она говорит, ой, какой-то курятник. То есть полным-полно вот каких-то от маленьких птичек таких каких-то вот отходов. Вот. Что у нас такое было, о чем я вам говорил. Вот здесь фазанчики бегают. Петушки. Так что содержать это хорошо, надо ухаживать. Куда-то выезжаете, надо поручать, чтоб следили за вашими питомцами. Вот поэтому слишком много их держать не надо. Потому что вот это получается целый зверинец, только и следи за этим. А так какой-то, чтобы баланс был. И это будет очень-очень хорошо.